Жить означает служить. Нужно отвлечься от себя, оставь свои заботы, падение и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Иди всегда дорогою добра. Ну, то есть дорога добра означает забывать о себе. Делать что-то для других. И тогда ты отвлекаешься от памяти. Когда тебя совсем замучила судьба, допустим, одна моя знакомая, она никак не могла выйти замуж. И она создала женский клуб. Помогать девушкам, которые не могут выйти замуж. Какой результат? Правильно. Она вышла замуж, потому что, ну, хоть и говорят, сапожник без сапог, но на самом деле, если человек сапожник, ну, себе-то сапоги он точно сделает. Правильно? Или человек, допустим, работает в автомастерской. Ну, что, он из запчастей не соберет себе машину? Обязательно соберет. Вот. Везде же лишние запчасти остаются. И так далее. Ну, то есть, так и она тоже заботилась о женщинах и в результате познакомилась с парнем. Ну, то есть, когда человек забывает про себя, он побеждает судьбу. Но самый лучший способ забыть про себя – это контакт с той силой, которая дает возможность не думать о себе. Потому что Бог, Он так устроен, Он вообще о себе не думает. Он думает только о других. Это Его природа. Понимаете? Поэтому как те, кто сконтактирует с Ним, переключаются на этот вид сознания. Перестает человек думать о себе, думает о других и побеждает свою судьбу таким образом. Так от мысли человека все зависит, куда они направляются. Есть позитив, означает перестать думать о себе. Это позитив. Вот современные психологи говорят, лучше относитесь к себе, думайте о себе, уважайте себя. И говорят, относитесь к себе с уважением, жалейте себя. Видите, у них вообще нет мозгов и понимания, что это все просто капкан. Чем больше человек думает о себе, тем больше он находится в лапах судьбы. Понимаете, есть страстное отношение к жизни, есть благостное, есть невежественное. Если говорить о памяти, то страстное отношение к жизни означает жалеть себя, думать о себе, помогать себе. Это означает капкан, просто хитрый. Кажется, что вроде бы, если подумал о себе, легче становится, но на самом деле ты просто судьбе даешь больше возможностей тебя мучить, потому что ты ей позволяешь. А есть еще хуже капкан, когда человек просто считает свои мысли о себе и вообще все, что он считает и думает, считает святым. Это называется невежественный путь. Человек не хочет останавливать свои мысли. Он хочет думать только о себе и хочет делать все, что ему нравится. И он своим мыслям позволяет, куда хочешь лететь. Вот, допустим, хочу выпить, иду пью. Хочу изменить жене, пожалуйста. Все, что хочешь, то и делай. Это невежественная жизнь. И когда человек вступает на этот путь, он полностью уничтожается судьбой. Хоть и кажется ему, что он очень свободен в это время. Поэтому не нужно не жалеть себя, не думать, не позволять себе быть беспредельщиком, понимаете? То есть человек должен радоваться своим добрым делам. Вот что такое уважение себя? Означает, сделал что-то хорошее, в сердце Бог радуется тебе, и ты вместе с Ним радуйся. Вот это называется уважение себя. А если ты хочешь знать глубже, что такое уважение себя, то надо также научиться не радоваться своим плохим поступкам. Это тоже уважение себя. Потому что когда ты своим плохим поступком не радуешься, Бог все равно радуется в твоем сердце тебе. Потому что Он рад, что ты так решил. Понимаете? То есть, другими словами, уважение к себе означает всегда делать так, как Бог хочет. И тогда твое чувство собственного достоинства будет правильную позицию иметь. Потому что, когда ты себя жалеешь, в это время ты не уважаешь себя, ты потакаешь себе.
обгоняя безумие ветра хмельных, в угаре в пьяном, эскадрон моих мыслей шальных. Вот это уже называется невежество. И там есть разные варианты, куда тебя это принесет. То есть, если ты от себя оторваться не можешь, ты себе позволяешь все, что хочешь, есть разные варианты. Один вариант – это тюрьма. Второй вариант – это бесконечные страдания от того, что у тебя что-то не получилось в жизни. Понимаете, эти все варианты вот этого безумного доверия своим мыслям и своим желаниям. Вот один из вариантов – безумное желание получить то, что тебе не положено.